Итак, бета. Давайте смотреть. Надеюсь, я подключусь, и надеюсь, я смогу поиграть. Подключение. Я, кстати, даже не уверен, что он до конца скачался, но вроде как раз запустилось. По идее, я могу играть в мультиплеер. О, загрузка обучающего курса, прикольно. Так, если вас вложили, лучше отползти куда-нибудь в укрытие. Круто. Стрельба не цель слепую может быть эффективной в тех случаях, когда противник сам бежит на вас. Топчик. Вы отображаетесь на радарах противников, только достреляете, а также в том случае, если вас пометят. Шикарно. Так, вводная часть. Перед началом игры мы хотели бы вам кое-что показать. Доберитесь до значка. Так, ребят, как меня слышно? Громко нет. Блин, а графента завезли. Никакого больше мыльного Дрейка нет. Прикольно. Так, отобразится L1 веревка. Ага. Понял. Так. Берите местоположение на радаре. Угу. При стрельбе противники отображаются на радаре, если только они не используют оружие с глушителем. Круто. Тихо-тихо-тихо. Блин, я, к сожалению, не помню, как перезаряжаться в Uncharted. А, по-моему, R1. Так, давайте хоть графику оценим. А то и бегаю, все бегаю. Ну, в принципе, выглядит довольно неплохо. Но Дрейк все трясется, как обычно, супер шикарно. Круто. Отщите злодеев на радаре и нокаутируйте их. Ясно. А, на треугольничек перезаряд. Понял. Нифига себе, сколько народу против меня. Так, проснитесь, чтобы перейти в магазин. А, нажмите и купите помощника. Воу! Давай, братья, не вали их. Жесть. Подорожки. И что, он реально сейчас пойдет всех убивать? А просто так я прыгнуть тут не могу, да? Так, доберись на знак вопроса и займите укрытие. Это вообще вверху или внизу? Ууу, нифига себе! Воу! Вот это крутотень! Шикарно. Так, надеюсь, мне сюда. Так, купите гнев Эльдорадо. Чтобы шмурнуть гнев Эльдорадо, L1. Ну-ка.
Вы швырнули не туда. Как так? Вот же. Фига себе, что я могу сделать. Еее, ребят, 12-0. Просто изи. Против компата. Топчик. Как вы оцениваете свой опыт? Мой опыт обычный. Так, накутить 10 противников любым оружием, жить 5 союзников, победить в 3 матчах. Вы получили несколько очков Uncharted, на них можно получить в магазине классные аксессуары и другие предметы. Ясно, ясно. Так, в узкок всего есть, персонализация костюма. Это вот уже те, которые доступны, да? Даже за Кэтрин можно играть. Давайте возьмем пока Елену. Так, головные уборы. Блин, много довольно всего есть. Во, очки самый топ, да? Кепки всякие, шляпы, понятно. Эмоции всякие добавили. Вот это вот моя. Муа такая. Муа. Но они какие-то прям супер ускоренные. Апперкот. Воу, с яблоком шикарное. Топчик. Ладно, посмотрели и хватит. Даже селфи можно сделать. Ах, так. Комплект. Штурмовик. Но я, пожалуй, пока штурмовика возьму. И особо тут ничего менять не буду. Испытания. Так, испытания такие есть. Настройки. Камера тут все как обычно. Подсказки, да. Изображение. Яркость чуть побольше сделаем, пожалуй. Звук. Ну, я думаю, музыку можно чуть поменьше сделать. Голосовой чат вообще в ноль. Так, да вроде бы и все. Uncharted TV. Это, возможно, прямо сейчас идет трансляция, либо просто заранее ролик записан. Командная схватка. Ну, давайте поищем кого-нибудь. Давайте, в принципе, поиграем, посмотрим. Как он вообще работает. Поиск оптимальной игры. Я вообще не уверен, что кого-нибудь найду. Очки бета-версии, результаты. Нет пока никаких результатов. Есть такая вероятность, что я вообще никого не найду. Подбор игроков не удался. Ну ладно. Давайте тогда обучающий курс проходить, не знаю. Чтобы хоть, ну, игру прочувствовать. Да, Тим со мной согласен. Он хочет прочувствовать Uncharted максимально. Да-да-да, нет, я не буду никуда добираться, хочу просто игру посмотреть. Или меня не пустят. Ну пустите меня, пожалуйста. Ладно, вот на свету по-любому игра выглядит шикарно, да? Блин, освещение такое клевое. Топчик. Брейк. Ты не хочешь, да? Ты хочешь, чтобы я шел туда, куда надо, ладно. Так уж и быть. Как он аккуратненько по лесенкам спускается. Не, ну анимация персонажа, как и в предыдущих во всех частях, на очень высоком уровне сделана. Персонаж очень живо всегда в Uncharted ходил, передвигался, прятался за укрытие.
То есть в этом плане, блин, все супер шикарно. Но дрэк пока не мокнет. То есть ноги он намочил, прокувырнулся в воде и не вымокнул. А здесь вымокнет? Давайте мочить Дрейка. Не, не хочет он. Не хочет намокать. Так, угу. Ну, уже потихоньку начинаю вымыкать. Давайте попробуем это в ближнем бою ударить. Ага, и мне сейчас по морде не дают. Не, я победил. У меня есть 3,5 минуты на то, чтобы победить врагов. Круто. Так, о, пистолет. Прикольно. Это кто такие? Вы куда? А-а-а. Чё они ушли? Мы были бы друзьями. А вот теперь представьте, что здесь будет, например, 8 на 8, все будут бегать и веревкой пользоваться. Воу! Не успел. И умер, да. Умереть в игре, где... По сути, и врагов-то хорошо, нет. Хорошо, что я такой гибкий. Да, хорошо, что такой гибкий. Так, ну я хочу еще раз вот сюда прыгнуть и попробовать успеть. Ага. Воу! Тихо. Так, нет, а можно, можно я себе РПГ куплю? Я хотел РПГ. Ну-ка, давай наверх залезем. Жесть, не, ну вот эта вот гора, это вообще что-то супер шикарное. Че висишь? Так, сейчас мы будем снова обучаться тому, как прятаться за укрытием, потом кидать специальную эту супер фигабобу какую-то. Снова всех победил. Вот это обучение. Так, давайте попробуем еще раз игру поискать. Тимворк, ага. Пришел, я уже всех убил. Ну, по сути, если я сейчас не смогу игру... О, я нашел двух игроков. О, все, игроки пошли. Пацаны, началась игра-то настоящая. Сейчас побегаем.
к саму Сапиенс какой-то. О, даже Дарт Вейдер будет играть. Так, и загрузки нет, ладно. Интересно, карта одна будет или будет вторая какая-нибудь еще? Ну, вроде мне ничего нажимать не надо. Я вот почти уверен. На, просто один игрок отвалился. Так, там вроде есть еще какой-то этот класс с дробовиком неплохой. Падальщик, мелочь в кармане, ранен, но не сломлен. Угу. Понятно. Но я штурмовиком, наверное, буду. И еще кто-то отвалился. Ну что, вообще все, что ли, потерялись? Что за дела, пацаны? О, не, все нашлись. Надо вообще абсолютно другие люди. Так, да, я буду штурмовиком. И я буду за Елену. Думаю, пора показать тебе, что я умею. Фига себе, сколько у нас еды. Две Елены, два Дрейка, один Салли. Вот это толпень. Так, ну поехали, посмотрим, что получится в итоге. Из всего этого дела. Так, и они все открылись со мной. Ну что-то, походу, половина из них вообще снайперы. Так, обходим. О, лемурчик там был. О, тут кто-то наш валит. С РПГ-хи. Ну, убил ведь. Ранение. Да, пополз, мать твою, говно собачье, иди сюда. С пистолета меня забил. И в лицо с ноги, вот это жесть. Так, окей, окей, окейшки. Погнали. О, снайпер, типа, дофига. Я просто так чисто огнем прикрываю, даже не стараюсь попасть. Блин, ну надо, я думаю, справа обойти, где наши все обходят, да? Граната! О, блин, нет, нет, в меня-то попадет. Шоп меня. Нет, 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 нет. Сваливаем в грязюку. Готов. Прыжок наверх. Давай, давай, Елена, давай. Не бей моего напарника. Как помочь? А, треугольник. Елена! Ты че ходишь, пес? Прям с ноги. Так, бэкдурим, бэкдурим, пацанов. Ну-ка. Иди сюда. Человек бэкдур пришел. Блин, здоровяка кто-то бит. Жесть. Я хочу RPG. Блин. RPG, где она там? Дура тупая! Не попал. Ну ладно. Давай вдвоем ее. Не, все, померла уже. Так, честно сюда рвануть. А, нет, тут только спуск.
Что происходит, ребят? Я снова по своему любимому пути уже. Тихо. У меня сейчас одна граната есть. Сдохни! Опс. А, это походу наш, я все время в нашего стрелял. Добить! На, получай! Все, фуф! Блин, ну слушайте, знаете, даже интересно, я говорю, не особо любитель мультиплеера в Uncharted был, но реально прикольно, если учитывать, что персонажи будут всегда разными, потому что пока что бета и они повторяются, если учитывать, что они будут потом разными, понял, не сюда, вот, и учитывать, что можно будет с друзьями команды играть, будет реально неплохо. Есть. На! Ноги с ноги, мать твою! Че, никого нет? Собственно, спрятался. Давай, на гу... Да блин, я ж почти убил! Кайс, нужна помощь! Оп, мне кто-то... Блин, я возродился, мне уже помогали. Так. Я хочу супер крутую фиговину, чтобы закидать всех ей. По-моему, вообще на всей карте только наши чуваки есть. О, лемурчик сидит такой, палец, посмотрите. Маленький засранец. Ой, топово. Ну-ка, что там началось? Не. Да, ну пусть просто гранат кинется. Чем супер крутая штука. Я иду, бро. Ну я. Я держал. Женщину бить нехорошо. Истекаю кровью. Да истекай. Я нам позову этого мужика, который поможет. Появится при моем возрождении. Окей. Так, ну погнали потихоньку. Ну-ка тихо. Только спокойно. Там у меня подружка. Зато есть граната. Чуточку позже. Так, лучше я все-таки возьму калаш. Бэкдурят, козлы! Зарядка, блин! Мужики, на помощь! Кто-нибудь? Это компьютер, он не поможет. Я умру здесь. Да, он не успел. Ну чё, ребят, я на втором месте. Топово сыграл. И мы еще и победили. MLG. Так, я заработал 3000 денег. Почти выполнил челлендж. 9 из 10 сделал нокаутов. Неплохо. Поищем еще соперников. Ну, я так понял. А, у нас почти полностью вся команда осталась, и еще один игрок просто новый добавился.
И все равно ищет еще одного. Кто-то постоянно выходит. Не, прям так бодренько, бодренько. Я, конечно, все равно в мультиплеер почти играть не буду, но это реально бодро. Мне нравится. Да и на стримах, мне кажется, неплохо будет, да? Вот так садиться, думаю, в Uncharted мультиплеер гонять. После того, как сингл пройдешь. Так что будем ждать. Кто там что-то говорит, но мы их не слышим. Так, мне надо оживить 5 союзников. В одном матче из 3 я уже победил. И всего лишь нокаутировать еще одного человека. Тогда мне дадут денежек. У какого-то парня вообще плохой коннект. Слушайте, новая локация. Во, посмотрим как раз. Так, не, я беру штурмовика абсолютно точно. Ну теперь за Дрейка побегаю. Я? Yeah, правда? О, да, да. Большой. Сейчас на новую карту хоть посмотрим. О, с нами будет играть Иван. Меня пока что, ну, типа, графика восхищается такой, я не особо как-то даже играть хочу, просто хочется посмотреть, как тут что. Ну, локация выглядит прикольно. На презентациях всегда так играют, знаете, останавливаются красивые люди смотрят. Бро, граната. Пошел отсюда. Ай, блин, прибежал новый. И сдох сам. Вот так вот, нечем меня убивать. У меня пока денег ни на что не хватает. Ну и тратить не буду тогда. Так, поехали. Так, ну-ка, а что если здесь пройти? Вот эта команда пока у нас явно слабее, чем прошлая. Успейте помочь мне. Сзади. Я задерживаю, ну. Куда ты поползла, блин, дура? Давай. Угощайся. В порядке. Спокойно. Ползет, ползет. Блин. Я почти не кувыркаюсь, к сожалению. А надо бы кувыркаться. Кувыркание, потому что реально может спасти жизнь. Да. Лол. О, машина взорвалась. Так. Пошел отсюда. Демоны перебить должны были всех, но в итоге второй чувак убежал, а первого я сам добил. Блин, в голову не попал. Пацаны, я маслину свалил и умер. Ну, справа, пожалуйста, Дрейк, спасибо. Так, Елена со снайперкой тут караулит кого-то. Да ладно, я еще и по веревке типа сам смог подняться.
после того, как кинул. Я думал, только так пропрыгим. Так, тут некуда. Плохо ей. Аптечку съешь. Вау! Что это было вообще? Граната, что ли? Помоги. Ау, ау, ау! Ну, двое прибежали в бочину. Так, кому помочь? Здесь на перестрелке или там? Я думаю, что здесь лучше, наверное. У них этот стоит. Тотем дурацкий. Блин, я бы ему помог, но так сам умру. Еее! Мастер по укладке! Блин, не успел ударить. Ах. Ну жестко, жестко. Сразу видно, что люди в Destiny играли и вообще. Скилловый народ бегает. Это прикольно. Давай, вылазь. Успел, убежал. Да видел я. Если я тебе помогу, меня убить, чувак. Давай лучше его прикончим. Иди сюда, ползает он тут. Так, так, так. У меня сейчас неплохой шанс. Был неплохой шанс забыкдурить, в итоге убили меня. Я бы так не... Жесть какая-то. Так, Писарин помогает, здоровый. Вот бы он еще появлялся не в каком-то, ну, типа, не рядом со мной, а в рандомном. Вау! Что себе? Граната. Что-то они, по-моему, гранату вообще не почувствовали, а? Так и должно быть. А, понятно. Просто со спины пришел какой-то. Здоровяк, вали их, давай. А его киллы, интересно, мне дадут? Помощник потерян. Да потому что он умер. Блин, да. Полез на второго и умер. Фух, жестко, жестко. Цель 35, но у них уже 30, у нас 24. Мне кажется, этот раунд мы проиграем. Ну, все-таки мне кажется, что это будет развлечение лишь на пару вечеров после прохождения сюжетки и не больше. Как минимум для меня. О, помог игроку. О, еще здоровяк. Вообще ничего не боится. Тихо, тихо, сейчас добьет. Ау, не успел. Если бы первое лицо, если бы на ПК, то может быть в этом что-нибудь бы и было. Именно так, чтобы подольше играть. Но все-таки тут именно сам по себе геймплей от третьего лица, и Uncharted, локации, персонажи.
будет этого на ПК никогда. Как бы люди это не... Ну, вторую игру я на третьем месте закончу. Я думаю, более-менее понятно, что из себя представляет мультиплеер Uncharted 4. Вот, так что всем, кто на YouTube смотрел этот кусочек, спасибо за просмотр. С вами был Джек, и счастливо!